удалось стабилизировать ситуацию. По итогам года введением санкций страны Запада пытались задвинуть Россию на периферию мирового развития. Но мы никогда не пойдем по пути самоизоляции. Таких проектов, как Кавыкинское месторождение, Силы Сибири-2. Мы являемся сегодня одним из крупнейших поставщиков на глобальный рынок зерна, растительных масел и удобрений. Уровни связать западные и восточные рубежи нашей страны. Несмотря на санкции, за 9 месяцев текущего года поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в 1,5 раза. Совокупный экспорт, российский экспорт увеличился на 42%, а профицит торговли в нашу пользу в 2,3 раза до 138 миллиардов долларов. По сути, Евросоюз продолжает потреблять наши товары и услуги, а обратные потоки сдерживает. Ситуация таких дисбалансов не может продолжаться бесконечно. Что же нам делать? Мы будем искать других, более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Именно на рынке дружественных стран мы переориентируем поставки российских энергоресурсов. Так, за 9 месяцев текущего года экспорт нефти государственным партнерам вырос почти на четверть. Заместить какие-то товарные позиции. Нужно добиваться лидерства по ключевым жизненно важным направлениям в активно растущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Именно на рынке дружественных стран мы переориентируем поставки российских энергоресурсов. Так, за 9 месяцев текущего года экспорт нефти государственным партнерам вырос почти на четверть. Заместить какие-то товарные позиции. Нужно добиваться лидерства по ключевым жизненно важным направлениям.